Здоров'я – найголовніше, як говорили нам наші бабусі. Яким лікам надавати перевагу – вітчизняним чи імпортним? Запитаємо у мешканців Миколаєва. Я лічусь нашими, тому що і врач теж говорив, лічитесь. Во-первых, вони дешевші. Во-вторых, я не довіряю там. Що виписує врач, як советують, так і лічимося. І вибираємо, що може бути дешевше і неплохое. Вот так. Что дают, то и беру. Что в аптеке предлагают? По-разному. По-разному? А как больше выходит? Ну, больше отечественным, потому что они выходят дешевле, и качество, в принципе, одно и то же. Зарубежным. А почему, скажите? Ну, не знаю, я думаю, что там лучше делают. Тем, которые лечат. Вообще мы стараемся лекарства не использовать. Здоровый придется. Образ жизни, да. Не болеть. Зарубежным. Доверяете больше? Доверяю больше. Проверено на опыте. Разным и отечественным, и зарубежным. А каким больше доверяете? Ну, зарубежным, наверное. Украинским. А почему? Ну, дешевле, потому что качество, я не думаю, что хуже, чем иностранное. Ну, по-разному, смотря какое. А каким больше доверяете? Ну, в основном украинское берем. А почему? Ну, не хуже, говорят. Больше украинским, конечно. Доверяете больше? Да, больше доверяю украинским. Даже от простуды, от вирусных больше доверяю. Но бывает такое, что не во всех аптеках есть украинские препараты, и приходится покупать зарубежные. Ну, украинским, конечно. Больше доверяете? Проверено? Да, да, я больше доверяю, и по цене все-таки украинские дешевле, чем зарубежные, а качество, я думаю, что не хуже, чем зарубежные. А мы еще здоровы. Хорошо. Стараюсь вообще никаким, честно. Як ми упевнились, люди довіряють вітчизняній фармацевтиці, хоча багато хто й користується імпортними ліками. Але, незважаючи ні на що, треба в першу чергу довіряти своєму організму та вести здоровий спосіб життя.